гиганты. Однажды Ф был гигантом. Круглая. Ух! Победил гигантский Ф! Опять! Ага! Так были бы у тебя на самом деле такие большие лапы! Вот бы увидеть настоящих гигантов! Ой, что это щекочет? Катя, осторожней! Это местные жители! Олени и бараны-толстороги. Ничего себе! С такой высоты они кажутся муравьишками. И сколько бонусов у этого дерева, что оно выросло таким огромным. Ой! О! Круглое! О-о-о. Это секвой. Самые высокие деревья на планете. И одни из самых древних. Возраст их несколько тысяч лет. Секвои обычно растут на берегу океана и в горах. С возрастом дерево становится выше, ствол толще, а ветки растут быстрее, чтобы получить больше солнечного света и воды. И вырасти еще. Секвоя. Гигантский гигант в мире. Но есть на Земле существа еще больше. И это не слон и не кит. Тогда переходим на следующий уровень. Ого! Ух! О! Так-так. Круглая! Так! Может, этот гриб? Верно, Катя. Шляпка – это лишь маленькая часть целого. Остальное спрятано под землей и состоит из огромного количества тонких нитей, которые образуют грибницу или мицелий. И размером он может быть целый город. Мицелий. Пенек сфотографировали. Остальное в кадр не влезло. Слишком огромное. Круглые. Может, есть гиганты, которые не прячутся? Гигантский коврик. Эф, кто первый? Догоняй. Какой-то слишком длинный уровень. Растение на дне – это Посейдония океаническая. Все ее травинки растут из одного корня. Он раскинулся на несколько километров и живет здесь уже сотни тысяч лет. Посейдония океаническая. Это значит, что Посейдония видела динозавров? Все может быть. Растения пережили ледниковый период, видели доисторических существ и первого человека. Они достигают гигантских размеров. Например, секвоя выше, чем небоскреб. Луг Посейдонии размером с 4 футбольных поля. А на гигантских листьях Виктории Амазонской можно плавать, как на лодке. Растения насыщают кислородом нашу планету и являются домом для многих животных и птиц. Так-так-так. Ну, почти динозавр. Теперь у нас есть фото с морским гигантом Посейдонии и морским коньком. Пора домой. Ух! Время маленьких гигантов.
Маленький мир. Однажды Эфу подарили мир. Осторожно, Эф! Там столько всего маленького. Круглое. Сейчас увидишь сам. Путешествие начинается. Добро пожаловать в маленький мир. А вот и его маленькие жители. Ой, что это? Плавающие следы? Катя, это одна из простейших животных. Инфузория туфелька. Она передвигается с помощью маленьких ресничек. И еще инфузория похожа на подошву туфли. Поэтому ее так и назвали. Инфузория туфелька. Точно! Смотри, Эв, похоже на мамины туфли. Грязновато. Нужен пылесос. Катя, инфузорий намного лучше пылесоса. Они поедают бактерии и мелкий мусор в воде и очищают ее. Столько полезных малышей в одной капле воды. Интересно, а в воздухе водятся простейшие? Эф, давай посмотрим. Простейшие микромячи. Предлагаю сыграть. Простейший гол. Отличные микромячи. Хочу себе таких. И побольше. Катя, они и так всегда с тобой. Вокруг каждого живого существа летают свои бактерии. А некоторые из них остаются в воздухе. Поэтому любого можно найти по следу из его бактерий. Бактерии. Вот это да! Значит, по следу бактерий можно найти кого угодно. Совершенно верно. И даже снежного человека? Ого! Эв, давай его поищем. Коллега, где искать следы снежного человека? Конечно, во льду! Так-так, вот она, эти бактерия, кругленькая! Катя, это не бактерия, а амеба. Она замерзла и спит. Извините, амеба, я не хотела вас будить. Проснулась. Уже не круглая, снова круглая. Снова нет! И опять! Круглое! Еще одно простейшее существо – амеба. Амеб можно встретить в воде и во влажной почве. Передвигаясь в поисках пищи, они постоянно меняют свою форму тела. Амеба. Вот это да! И такие малыши повсюду? Все верно. Простейшие животные есть везде. В воздухе, в воде, земле и даже в космосе. Они живут своей интересной жизнью, ищут пищу для роста и спасаются от опасности. А еще очищают воду, воздух и перерабатывают мусор. Некоторых простейших даже выращивают в лаборатории, чтобы они помогали людям. Простейшие. Отлично! Теперь мы сможем разглядывать все маленькие миры. Эв, пора домой. Круглое! 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 Эв, чай готов! И твои любимые пончики. Круглое! Кажется, Эв стал повелителем круглых миров.
комфорт. Однажды Эф устраивался. Так, Эф, красиво, но тесновато. А где чай пить? Эф, нам нужен урок по домостроительству. Куда угодно дверь. Круглое. Эф, осторожнее. Это ведь не твой музей круглого. Катя права. Вы в муравьиных яслях. Здесь королева заботится о потомстве и кормит маленьких муравьев. Лучше ей не мешать. Ой. Там тишина, а здесь суета. Ну и домик. Муравьи живут очень большими семьями. Их дом-муравейник находится под землей. В нем много коридоров и выходов. Здесь есть рестораны и склады с едой, помещение для домашних животных, комната для зимовки и даже солярий, расположенный на вершине муравейника. Весной солнце нагревает его, и муравьи заходят в солярий погреться. Муравейник. Отличный дом! Все продумали. А бывают дома на дереве? Так-так-так! О! А что? Уютненько. И соседи спокойные. О! Комфортно. А можно чуть попрохладнее? Тогда вам нужно в другую комнату. Общественные ткачи живут в Африке большими стаями. Их дома похожи на стог сена. В центре него находятся самые теплые комнаты, по краям – прохладные. Гнездо общественных ткачей. Ага. Эф, не мешай воспитывать детей. Круглый дом рыбы-архитектора – настоящее произведение искусства. Вот это да! Подводный аквапарк! Эф, катаемся? Ой! Сейчас все исправим. Эф, помогай! Ого! На ровном участке морского дна плавниками и брюшком рыба рисует симметричные узоры и украшает их ракушками. А еще дизайн таких домов никогда не повторяется. Дом рыбки-архитектора. Круглая, круглая, круглая. Кажется, рыбка нашла себе пару. Разных домов. И какой же из них лучше? Катя, лучший тот, который подходит именно тебе. Многие обитатели нашей планеты строят разные дома. Птицы вьют гнезда. Рыбы устраивают дома в песке и кораллах. Муравьи строят удивительные муравейники. Некоторые создают большие жилища, а кто-то носит маленькие домики прямо на своей спине. Дома защищают от жары и холода, сильных морских течений или дождя. Здесь можно хранить запасы еды и полезные вещи, отдыхать и просто чувствовать себя в безопасности. Круглое! Эф, сначала доделаем наш домик в саду. У меня есть план. Смотри, здесь будем спать летом, тут зимой. Нужно побольше одеял. А здесь будем спасаться от морских течений. Пока не знаю как. Может, под землю зароемся? Эф? Круглое! Верно! Главное, чтобы было комфортно.
гармония. Однажды Эф искал гармонию. Эф, это же просто! Эф, кажется, ты слишком стараешься. Нужно проще. Давай отправимся туда, где легко танцевать. Доминикана! Страна, где танцуют с рождения. Привет! Можно у вас потанцевать? Эф, танцуй! Феерично! Танцуем дальше! Конечно, ведь это Доминикана! Здесь всюду музыка, которая зовет танец. А еще пляжи с белым, черным и даже розовым песком. Город художников и подземные озера. Здесь в лесах летают крохотные колибри и разноцветные попугаи. Бегают агути и щелезубы. На вершине горы Редондо можно покататься на небесных качелях. Доминиканцы обожают домино и лотерею, рисуют прямо на стенах домов и танцуют всегда и везде. Доминикана! Так-так-так! Ого! Так мог бы выглядеть доминиканский эф. Девочка создает наряды для танцев. Она мечтает стать модельером, когда вырастет. Неплохое начало. Голова мне нравится. Не переживай, он способный. Дело не в танце, а в костюме. Девочка придумывает платье для карнавала, но пока не нашла гармоничного сочетания цветов. Давай поищем гармонию в природе. Круглое. Вы в пещере Три глаза. Это три подземных озера разного цвета. Зеленые заросли и сталактиты причудливой формы. Крошечные рыбки и черепахи. Подземные глаза. Три глаза. Есть еще четвертое озеро, но его нашли позже, поэтому в название оно не вошло. Какой зеленый глаз! Вот бы такое платье! Эф, ты там гармонию собираешь? Ого! Очень красиво! Это же радужные улитки! Они живут только в Доминикане и выглядят так, как будто собрались на карнавал. Радужные улитки. Идея для платья у нас в руках! Точнее, в руках у Эфа! Теперь пора танцевать! Вот это гармония! Эф, не думай о ногах, просто танцуй! Все верно, Эф. Просто слушай музыку, и движения придут сами собой. Именно так и танцуют бачату. Доминиканский танец любви и гармонии. Бачата. Вот бы еще десерт для полной гармонии. Любимая сладость маленьких доминиканцев – это пиньонаты. Натрем мякоть кокоса в кастрюлю, добавим молоко, несколько палочек корицы и полстакана сахара. Сварим смесь, выложим в формы. Можно немного потанцевать, пока пиньонат остывает. Теперь поливаем сиропом и украшаем ягодами. Готово! Пиньонаты. Потанцуем еще. Вот она, гармония. Спокойной ночи.
страна киви. Однажды Эф был искусством. Современным искусством. Готово! Эф, ты съел искусство! Теперь тебе нужен новый нос. То есть, новая киви. Вылетаем немедленно. Новая Зеландия – страна киви. Привет! Нам нужна твоя помощь. Ой, а как ты узнал, что мы ищем нос? Это хонги – традиционное приветствие. Совершая хонги, люди обмениваются дыханием жизни и становятся ближе друг к другу. Хонги. Душевно. О? Теперь мы друзья. Но нам нужен другой нос. То есть не нос, а киви. Ничего не понимаю. Ты нос или киви? Киви! Именно так называют себя жители Новой Зеландии. Они очень любят играть в регби, танцевать хаку и стричь овец. В Новой Зеландии строят мега-яхты, используют геотермальную энергию и свободно говорят на языке жестов. А еще одевают лошадей в специальное пальто от солнца. Добро пожаловать в Новую Зеландию! Эф, без паники. Обычный пункт машин. Окружаем. Робот на бесконтактном управлении? Супер! Это специальный танец хака, которым игроки в регби устрашают противника перед игрой. Круглая. Эф, ты победил искусственный интеллект. Ой, не грусти. Катя, мальчик расстроен. Его танец недостаточно хорош, чтобы устрашить противника. Нужно больше тренироваться в диких условиях. Дико красиво. Ой, глаза. Отлично! И танец потренировал, и нас спас. О, круглое. Это тот самый новозеландский длинноносый хомячок. Это же киви, птица киви. У нее очень маленькие крылья и перья, похожие на шерсть. Но все же это самая настоящая птица. А еще киви – символ Новой Зеландии. Киви. Символ – это хорошо. Но ведь нам нужен фрукт, то есть искусство. Летим дальше. Чемпионат по стрижке овец. Вот где искусство! Быстро и хорошо состричь всю шерсть. Кажется, Эф хочет принять участие. Соревнование начинается! Эф, стриги как художник! Из киви можно приготовить освежающий щербет. Берем мякоть киви, помещаем в блендер и смешиваем с медом и водой. Разливаем в красивые формы и в морозилку. Потрясающий вкус! Щербет из киви. Едобное искусство. Хватай ложку. Ага. Пока не вышло из моды.
Зеленые трюки. Однажды Эф был деревом. Теперь веселое дерево. Теперь голодное дерево. Эф, соберись. А сейчас дерево боится. А теперь отдыхает. Так-так, придется тебе поучиться, как быть растением. Эф, мы на Луне. Отправляемся на поиски жизни. Катя, Эф, вы в пустынных прериях. И здесь обитают очень необычные растения. Например, перекати-поле. Когда его стебель высыхает, растение отрывается и отправляется в путешествие. Перекати-поле перемещается на большие расстояния и всюду рассыпает свои семена. Перекати-поле. Интересненько. Колючая гора. Осторожно, Эф. Задний ход. А это кактус. Он тоже отлично приспособился жить в жарких песках. Кактус запасает влагу в своем толстом стволе, а колючки защищают его от палящих лучей солнца. Кактус. Да, Эф, тут так жарко, что и самому можно колючками покрыть. Вы в тундре. Это особая природная зона с суровым климатом. Ни души и ни деревца. Здесь дуют сильные холодные ветра, а под небольшим слоем почвы находится многолетняя мерзлота. Эф, смотри, деревья-шпионы. Это стланники. Растения, которые стелются вдоль земли, чтобы сильные ветра их не сломали. В тундре очень много таких деревьев. Сосны, кедры, березы. А еще здесь много кустарников, лишайников, мхов и ягод, которые с большим удовольствием едят северные олени. Тундра. Ого! Эф, отправляемся дальше. Пока нас не унесло. Эф, вот это да! Летающие цветы. Круглые. Это орхидеи. При помощи своих корней они поднимаются по стволам деревьев ближе к свету, а все питательные вещества получают из воздуха. Такие растения называют эпифитами, и растут они, как правило, во влажных тропических лесах. Эпифиты. Цветы древолазы. Эф, давай кто первый к небу. Эф, будем считать, что я победила. А как насчет цветочной дискотеки? Можно и потанцевать. Растения с древних времен расселялись по всей земле и приспосабливались к разным условиям обитания. Они умеют защищаться колючками и складываться при касании, путешествовать на большие расстояния и маскироваться. Могут выдерживать большой вес, подниматься вверх по разным опорам и даже танцевать. Здравствуйте! Кажется, нам уже пора домой. Теперь зеленый трюк.